В Петербурге завершился 7-й всероссийский студенческий конкурс рекламных видеороликов «Медиакит». Участники соревновались в двух номинациях – «Социальная» и «Коммерческая реклама». В обеих победили студенты Института кино и телевидения. Конкурсантам предстояло снять видеоролик на заданную тему. В социальной номинации – прорекламировать Российскую национальную библиотеку, а в коммерческой – одно из городских кафе. Перед презентацией своих работ участники выходили на сцену, чтобы рассказать о концепции ролика, технических условиях и оригинальных художественных решениях, которые удалось осуществить. В этом году в конкурсе приняли участие даже школьники. В результате получилась подборка из почти 40 рекламных видео самого разного качества, от любительских до профессиональных. Очень часто бывает такое, что ролики, которые снимают на медиаките, находят какие-нибудь компании либо в интернете, либо еще где-то, и приглашают как раз уже определенных ребят, определенные команды для снятия роликов для их компании. Финалистов прямо на сцене во время награждения пригласили на работу в одно из ведущих рекламных агентств города. Кроме того, за призовые места в номинации «Социальная реклама» победителям вручили в подарок книги об искусстве от Российской национальной библиотеки. В номинации «Коммерческая реклама» призовой фонд составил 50 000 рублей, которые первая тройка лидеров поделит между собой.